В эти дни в Самаре проходит семинар для ведущих редакторов и журналистов издания «Аргументы и факты». Представители 16 регионов Поволжья и Центральной России приехали обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы в сфере журналистики. На закрытой встрече, где присутствовали представители исключительно пишущей братьи, побывала и наша съемочная группа. Блокноты и ручки у них всегда наготове, будь то работа над статьей или, как на этот раз, обмен опытом с коллегами. Место проведения семинара выбрано не случайно. Самарская редакция признана одной из лучших в стране. Областную столицу впервые посетил главный редактор издания «Аргументы и факты». Под его руководством работает более 60 редакций России из стран ближнего и дальнего зарубежья. Жить интересами читателя. Это, оказывается, это вот с самого начала, как мы создали эту газету с Лысланом Андреевичем Старковым. Он был первый, я пришел спустя буквально несколько месяцев после того, как начала выходить тогда брошюра еще «Аргументы и факты». Вот, и мы всегда декларировали эту вещь. Живет интересами читателей издание уже 38 лет. Газета для думающих людей и в непростые времена остается в топе самых читаемых изданий. И нам очень важно участие АИФа и донесение до читателей, и того, что происходит, и позиции власти, и самое главное, информирование о том, что эта власть делает сейчас, и как, в принципе, она пытается работать для граждан Самарской области. Поэтому это нам важно. «Аргументам и фактам» тоже, конечно, важно работать с органами власти, потому что это достоверная информация из первоисточника. На повестке дня множество вопросов. Как сохранить лидерские позиции на рынке СМИ? Что важнее для читателя и как оправдать доверие преданной аудитории? Главное, что мы здесь хотим рассказать людям, здесь никаких секретов нет, и то, чем замечательно владеет наша самарская редакция, это быть ближе к людям. Мы не официальный орган, поэтому главная наша задача – понять, что хотят люди, чем они живут, что они хотят получить, какую информацию. Дабы донести до своего читателя максимально подробную и достоверную информацию, издание специально изучает потребности аудитории через соцопросы и мониторинги. Екатерина Алексеева, Игорь Лунев, Новости губернии.